Есть в итальянском законе и статья о ресторанах, которые отныне по просьбе посетителей обязаны предоставить им так называемую семейную сумку, чтобы каждый мог унести домой заказанные блюда, которые они не успели доесть. В Германии впервые винной королевой стала беженка. 26-летняя Нинор Табана из Сирии в течение года будет лицом производителей Трира, старейшего немецкого города, который находится в Мозельской долине. Эта местность славится своими виноградниками, и по традиции местные виноделы в конце лета выбирают свою королеву. А в сентябре проходит общегерманский конкурс. Титул в нем разыгрывают между 13 региональными победительницами, но Банна от дальнейшего участия в конкурсе отказалась. По словам беженки, она не хочет отвлекаться от работы и учебы. Я хочу стать посланником мира, объединения. Спасибо Германии за то, что приютила меня. Хочу, чтобы все знали, какое прекрасное место Трир и какие замечательные люди здесь живут.